20 мая 2020 года. Алтыслагерь. Расположение войсковой части 75-244. Въезд или вход в расположение. В кадре это здание гаража, гараж. Повернемся. Вот за спиной тут пролом в воротах, в стене. Видимо, здесь были ворота. КПП было. Вот машина слева прошла Алтыслагерь, направо Трехбрыцин. Это дорога. Со слов участников группы Алтыслагерь и тех военнослужащих, кто здесь проходил воинскую службу, можно определиться, что именно здесь было КПП. Вот дорога. Повернулись. Вот был заезд здесь. Или здесь, или чуть правее. Может быть, даже вот сюда, вот в эту сторону. Вот здесь, может быть. Признаков никаких нет. Совершенно. Кроме вот этот гараж командирский. За спиной дорога. В правую сторону, видимо, был штаб. Другие объекты, которых уже нет, не существует. А так, еще в одну сторону, туда левее, там ДОСы находятся. ДОСы, дальше туда многое чего было. Это... Предполагаю, подчеркиваю, что здесь въезд. Если я не прав, поправьте. Да. Ориентир этот вот гараж. Прямо туда будет прямо и слева плац. Дальше будет спортзал, здание спортзала. Дальше еще прямо казарма, она же клуб, офицерская столовая, ДОСы, КПП. Вот мы куда вышли. Тут мощенная дорога, вот она. Тут не только дорога, а тут, по-моему, здесь вся площадка мощенная. Да, тут тоже. Я отхожу сейчас по мощенной. Вот камень. Да. Мощенный все. Заглянем в этот гараж. Это в сторону автопарка. А это плац. Это плац. Сейчас мы еще раз посмотрим в эту сторону. Ну, как машины гудят, ходят. Вот так эта дорога пошла туда на выход КПП к объектам хранения. Слева спортзал. И дальше уже казарма просматривается. Здание казармы. ЖД-линия. Останки. Вот так был бы уже спортзал. Мы тут зимой бывали, делали видео и фото. Более-менее что видно. А там ДОСы находятся. Дорожка, видимо, шла. Мы туда не идем. Мы подойдем к этому гаражу. Тут немножко накатана дорога, это охрана. Охрана заповедника. Это заповедник. Только что эти объекты еще тут не снесены. Не все. Да, не все.
мы успеваем кое-что запечатлеть. Плац направо. Мы подойдем, там ирисы цветут. Я, в общем-то, из-за них и остановился здесь, проезжая. Хотел дальше ехать против солнца. Мы подойдем поближе, и солнце нам мешать не должно так сильно. 6, по-моему, мест. 6 ворот. Сколько тут и что тут стояло, я, конечно, не могу сказать. На мусор, на всякий хлам внимания мы не обращаем. Тут небольшая смотровая яма. Вот она тут, в центре. Раковина. Это в гараже все. Мыльница. Ну, канистра это еще. Нет, не с тех времен. Пластиковая труба, я думал. Что-то сделано из баллона газового. Вышли. Здесь сняты камни. Вот останки этих камней. Тут большая смотровая яма. Помещение довольно большое. Да, на трое ворот. Щитки электрические, гнездышко. Ну вот так выросло дерево, ну, на бетоне и упало. Мы здесь часто проезжаем у этого объекта, а вот мы не заходили, не смотрели. Сегодня оказия. Вот видно, что снято. Сняты камни. Мельком я слышал. Нет, не мельком. Слышал от участников групп в комментариях. Здесь это были боксы для командного состава, для командира части, для, наверное, его заместителя, еще для, может, дежурная. Кто-то тут был. Вот как выросли деревья. Как закрутило его этот ствол. На хлам мы не смотрим, нет. Вот здесь инвентарный номер 281. Какая станина, видимо. Станок. Я думаю, на ждак это был. Вот тут стоял. Вот в щитке тоже тут гнездо. Солнечная хорошая погода, как видите. 20 градусов, почти что 20, по-моему, 19. Вот здесь дверь была, она сейчас есть. Дверь была под решеткой, такой своеобразной решеткой. Вот она шевелится. Вот мы ее открываем. Что уж тут было, Бог знает. Может быть, какая-то дежурка. Да, тут можно было бушлат повесить. Или же фуражку. Ну почему-то под решеткой. Ну, на матрас мы
Тоже не смотрим. И в эту сторону, к автопарку. Этот лес, он тут, конечно, не был. Если были, то какие-то деревья небольшие. Не так часто они росли. И подойдем сейчас к плацу, на плац. И завершим. Вот это дерево, которое скрутило ствол. Вон куда он закрутился. Времени сейчас 5:30. Вот, собственно, уже и плац. В эту сторону по дороге в автопарк. Недавно мы были, ну недавно, зимой. Это плац. Все работы по сносу сейчас, в настоящее время, приостановлены. Ничего пока тут не делается, но это временное затишье. Сейчас вспомните этот плац, поскольку не так давно мы этот кунг запечатляли на фото, на видео у нас в материалах группы. Дальше там уже спортзал, здание спортзала, которого нет. Даже не будем выходить туда, там уже лес, и даже яму ту мы не увидим с этого ракурса. И вот мы добрались до ирисов, которые здесь растут. Плац, вот ирисы. Вот сколько лет они растут, никто ж не ухаживает за ними. Довольно много их тут. Здесь нечто клумбы. Или цветник клумбы. Вот тут бордюр видно. Вот он. Это бордюр. Это я неудачно показываю. И здесь бордюр. Может, дорожка была? Нет, не дорожка. Ну, на дорожке будет. Цветы высаживаем. Ну и посмотрели. Дату я сказал, температуру тоже сказал, все рассказал. И завершаем наше видео. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч. Это мы были с вами на территории войсковой части 47. Извините, 75-244. Все уже перепуталось в голове, столько частей. А тут вот хорошо еще сохранился, хороший бетон, ничего не растет. До свидания, до новых встреч. Ирисы.